О, former player. Вот это сильный товарищ. Начнем с хода F4, наверное. По поводу чего вопрос? Неужели непонятно? Неужели правда непонятно? Это какая-то полусимметричная позиция. Такая сразу Е5. Мне главное развитие закончить, да? И теперь Е4 пойдем. Лишний темп будет играть какую-то роль или нет? Взяли. Взяли слоном и грозим сюда побить и сюда потом долбануть. Наверное. На симметричной позиции у меня лишний темп. Это должно где-то сказаться. Хотя, может быть, я слишком прямолинейно играю. Сейчас рокировку будет делать, да? Делать рокировку просто. Я не могу придумать, как использовать темп этот лишний. Наскакивать на него. Давайте так попробую наскакивать. Где-то ослабить коня, чтобы я мог пробить на c6. У него еще ослаблен восьмой ряд пока что. И надо стараться этим пользоваться. Так, коня пробиваем, да? Сдваиваем ему тут пешки. Давайте пробиваем. Он сюда пробивает. Может сюда вообще пробить ему? И в атаку понестись. Или куда он побьет ферзем. Я могу ферзь d4 пойти. Еще я могу сразу конь опять пойти, кстати. И взять конем. Конь b7. Наверное. Конь b7, ферзь d4. Да, давайте попробуем что-то такое. Ни шагу назад. Время, конечно, много у него, чтобы найти защиту. Но я хочу сейчас сюда. То есть на взятие я бью. Там король у него начинает немножко бегать. Кстати, может быть... Нет, наверное, надо бить. Как-то ферзя туда привести нельзя сразу. Сюда, например. То есть взятие я сюда. С идеей сюда пойти. Так нельзя сыграть. Блин, выглядит интересно на самом деле. Сюда хочу забросить. Тут ладья f1 к этой идее. Взятие пока не спешу. Рокировка у него, но это прям под мат. Так, c4 он перекрывает. Нашел способ. Ну ладно, тогда взяли. Не уверен, правда, что c4 в мою пользу. На e2 ферзь вроде стоит получше, чем на e1, но... Тоже не факт. Сюда. Готовим какие-то двойные шахи. Сюда, да. На d7 есть шах, на d8. На d8 он туда королем побежит. Так, ну ладно, сюда шах. Там он сюда побежал. Сюда шах. Добрый.
Может быть, коня еще подбрасывать в атаку. Кстати, может быть, c5 у меня тут сыграет плохую службу. Давайте здесь шах ему мажем. А если здесь коня в атаку подбрасывать? На мат. Ну-ка попробуем. Еще один пошел, друг. На c7 пока напал. Ладья может защититься, там шахи какие-то. Шах сюда и мат отсюда, во. Кстати, прикольно, взятие. Так, мне кажется, надо отойти, да, просто. Отойти. Ну-ка, не будем бить. Там шахом он хотел защититься. Так, а он смело так играет. Да если сюда взял, сюда побежал. Блин, смело и, наверное, это пока можно так играть. Сюда еще, блин, грозит теперь шахи. Шах, он сюда бежит. Шах. Он сюда бежит. Блин, не получается, пока не вижу. Готов уже убегать. Сюда шах. Сюда шах. Сюда шах. Куда ты, король, побежал? Так, давайте еще шажочек. Умажем. Сюда может пойти. Да блин. Где мат-то? Шах он взял. Шах он сюда пошел. И где мат? Может, c3? C3 пока защитили коня. Да, это не мат. Сила КМС! Вот оно, друзья, мат в центре доски. Обыгрываем гроссмейстера. Ради этой партии, мне кажется, стоило играть весь турнир. А кто это такой, фармер плеер, кстати? Не знаю, не пишет, кто это такой, но это сильный товарищ.